В районе разработан проект восстановления усадьбы Орловых-Денисовых. Первым в очереди на реконструкцию будет Графский пруд. По проекту парковую зону возле пруда должны оградить забором, оборудовать мостами, проложить дорожки и установить скамейки и беседки. Со стороны Никитинской улицы появится цветник. Сам водоем очистят, только на разработку этой проектно-сметной документации из городского бюджета выделено более 1,5 миллиона рублей. Правда, благоприятный итог возможен только в случае должного финансирования. Комитет по благоустройству пообещал в этом году, что если будет экономия, то в этом году мы сделаем Графский пруд. Нет, 17-й год. Усадьба Орловых-Денисовых появилась в Коломягах в середине 19 века. Комплекс – памятник архитектуры федерального значения. В 2011 году центральное здание было выкуплено компанией СУ-155. По договору с городом организация должна была восстановить постройку, однако долгое время никаких работ проведено не было, а в прошлом году дом выставили на торги. В то же время владелец заявил, реставрационные работы перенесены на май 2016 года.